Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хочу вернуть любимого, не знаю, как правильно поступить, чтобы не отдалить его. Значит, что у нас здесь есть? Во-первых, у нас здесь есть конфликт, из-за которого ваш любимый человек, судя по всему, ушел, да? Вот, у нас здесь есть конфликт. У нас здесь есть страх, вот. Страх того, что вы можете человека потерять. Вот. У нас есть тоже вот такой здесь момент. Вот. Вот. И у нас есть связь. У нас есть связь этого. Друг с другом. Понимаете, да? Вот. Вероятнее всего, речь идет о том, что то, чего вы боитесь, боятся, точнее, вы можете как раз остаться одной. Вот. И этот ваш страх, на мой взгляд, толкает вас вот. В сторону конфликта. Поэтому работать в первую очередь нужно с тем, чтобы прорабатывать страхи ваши. Вот. Уверенность в себе набирать уверенность в себе. Вот. Значит, самооценку поднимать. Вот. Как раз для того, чтобы не испытывать таких проблем, которые вы чувствуете сейчас. И действовать по отношению к молодому человеку, да? Если действовать, то действовать к нему, по отношению к нему, действовать вот ну, более
более свободно, скажем так. Вот. Потому что когда человек действует не свободно, да, то он может натворить вот каких-то дел, да, то есть может, ну, реализовать то, чего сам не хотел вообще. То есть хотел одного, да, там получилось другое. Вот. Как раз таки вот, если вы не хотите отдалять его, да, не хотите, если отдалять человека, вот. И ваше, ну, нежелание его отдалять, оно более чем понятно, более чем нормально, вот, более чем естественно. Поэтому, если вы не хотите его отдалять, вот, то сначала, я думаю, имеет смысл разобраться в себе, да? Вот. Например, не пытаюсь ли я решить какие-то свои проблемы в отношениях с мужчиной. Вот. Потому что если пытаюсь, да, то вот это уже сигнал такой довольно тревожный, вот, и, в общем-то, создаются реальные шансы на то, что у вас может с молодым человеком не получиться чего-то, потому что будет ощущаться какое-то вот давление. И могу вас уверить, что давление не нравится никому. Вот как-то так, я думаю. То есть сначала нужно понимание сути конфликта вообще, то есть буквально, что из себя представляет конфликт ваш, вот, буквально понимание того, из чего он состоит. А дальше уже можно как раз двигаться в сторону решения своих собственных проблем, вот, с последующей корректировкой вашего поведение по отношению к молодому человеку. Если делать по-другому, то возможно, ну, возможно, казусы, проблемы и ничего хорошего из этого может не получиться. Вот.
решать вам, само собой, эту ситуацию, как вам действовать, решать вам, поэтому смотрите, выбирайте, думайте. По опыту я вот могу сказать только, что вот это такая, знаете, вот довольно-таки классическая ситуация, когда собственные проблемы человека вмешивается в, ну вот, в реальность отношений, скажем так. Вот. А при корректировании все это купируется. Но нужна работа. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам было это интересно. Надеюсь, что вам это было, ну, как минимум, да? Как минимум полезно. Вот, значит, хочется пожелать вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен вам, вот что немаловажно, буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит сформулировать базовые постулаты, да, для психотерапии, вот, позволит вам сформулировать для себя векторы работы. Удачи, обращайтесь.